Тимирязя продолжит эфир на канале «Россия-24». В студии Наталья Чудина. Здравствуйте. Виктор Зимин сегодня вступил в должность главы Хакасии и принес присягу. Церемонию жители республики могли увидеть в прямом эфире телеканала «Россия-1». С места главного политического события осени Елена Крылова. Сегодня в Хакасии в районе села Подсинья проходит масштабное учение железнодорожных войск. Впервые отрабатывается нестандартная ситуация по устранению последствий схода цистерны с нефтью с моста. К маневрам привлечены пожарные и восстановительные поезда, понтонно-мостовой батальон, спасатели, врачи. Уникальность учений состоит в использовании сложной специализированной техники, такой как катер на воздушной подушке, сборная плавающая платформа, вездеход и спецоборудование по сбору нефти. Трансляция самих учений ведется в режиме онлайн. По легенде, есть пострадавшие, поэтому задействован мобильный комплекс видеосвязи для организации медицинских интернет-консультаций с ведущими клиниками страны. Не законотворческие, а организационные вопросы решались сегодня на первой сессии 6-го созыва республиканского парламента. Кто станет спикером, а кто возглавит комитеты? Ответ на эти и другие вопросы узнавала наша Ольга Стельмах. Обновленный Верховный Совет Хакасии – 49 человек. Из них 19 народных избранников – те, кто не был в прошлом созыве. Позади у каждого жесткая конкуренция. В среднем 16 кандидатов на место. В итоге законодательный орган республики сегодня представляют 4 фракции – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Коммунисты России». Еще 2 человека прошли не по партийным спискам. Тот курс, который выработал Верховный Совет и правительство ранее, он будет сохранен. Обновление, безусловно, есть, особенно в части вот партии, например, «Коммунисты России», которая вообще ни в одном регионе не прошла, а у нас она набрала более 6%. Повестка первой сессии установочная – выбрать управленческий состав Верховного Совета. Впрочем, с этим как раз-таки проблем не было. По большому счету, сенсации не случилось. Кандидатуры выдвигали неоспоримые. По итогам голосования председателем Верховного Совета Республики Хакасия избран депутат Верховного Совета Республики Хакасия Штыгашев Владимир Николаевич. Владимир Николаевич, примите наши поздравления и прошу вас занять ваше рабочее место. Хочу заверить о том, что постараюсь обеспечить всем доступную работу в Верховном Совете, всем без исключения депутатам. Сохранил место первого зама и Юрий Шпигальских. А вот в комитетах и комиссиях произошли небольшие, но все же перемены. Из 12 человек, выбранных тайным голосованием, лишь 7 ранее входили в состав президиума. Остальные 5 впервые будут работать на постоянной основе. Впрочем, борьба за место в президиуме, если ее так можно назвать, все же была. Оспаривать кандидатуру Сергея Комарова в прошлом создыве, уже возглавлявшего комитет по бюджету, взялся Олег Иванов. Депутат сослался на необходимость обновлений, предложил, по его мнению, более подходящую персону. Я предлагаю свою кандидатуру в этом качестве. Однако такую инициативу депутаты не поддержали, отдав вопросы бюджета и налоговой политики Сергею Комарову. Места распределены, Верховный Совет готов работать. Рассматривать и принимать законопроекты парламент начнет уже через неделю. Следующую сессию назначили на 25 сентября. Ольга Стельмах, Антон Новожилов, «Вести Хакасия». 23 года колонии строгого режима. Таков приговор, вынесенный Верховным судом республики Николаю Бажину. Молодой человек признан виновным в убийстве 32-летней Ольги Швецовой. Напомним, мать двоих детей пропала 17 января, когда на своем автомобиле отправилась из Сорска в Ал-Черков. Спустя несколько дней неподалеку от села Усть-Бюрь нашли обгоревшую машину с телом Ольги. В числе главных подозреваемых оказался ранее судимый 25-летний Николай Бажин. По данным следствия, погибшая согласилась подвести убийцу. Парень забрал у женщины 300 рублей, но Ольга пригрозила знакомыми в правоохранительных органах. Тогда преступник задушил женщину, а затем сжег машину. Следствие длилось более полугода. Сегодня состоялось финальное заседание суда. Обвинение ориентировало суд на вынесение обвинительного приговора и просило определить 24 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Остались сиротами 2 малолетних детей, поэтому любое наказание оно не устроит потерпевших. Говорить последнее слово в присутствии видеокамер подсудимый отказался. Когда операторы удалились, Николай Бажин принес извинения супругу и матери погибшей Оленьки. Именно так он назвал свою жертву.
что глубоко сожалеет о том, что сделал. Между тем, суд вынес свой вердикт. 23 года колонии строгого режима и 1,5 года ограничения свободы. Кроме того, Бажину предстоит возместить семье убитой материальный ущерб в сумме 305 тысяч рублей и моральный вред 900 тысяч. А в Белом Яре сегодня начался судебный процесс по делу об убийстве медсестры районной больницы. Напомню, ровно 2 месяца назад Елену Артемову в центре поселка зарезал бывший муж Александр Артемов. Дело приобрело особый резонанс после того, как во время следствия предполагаемого убийцу отпустили на свободу. Жители Белого Яра даже устроили в протест стихийный митинг. Впрочем, сегодня обвиняемый появился в суде под конвоем и в наручниках. Константин Кравцов продолжит. В день убийства бывшей супруги Александр Артемов пришел к ней на работу. Когда в больнице закончилась утренняя планерка, медсестра Елена вышла на улицу. Ревнивец отвел ее в сторону для разговора, но вместо слов нанес 4 удара ножом прямо в сердце. В зале суда обвиняемый появляется раньше остальных участников процесса. Со стороны Александр Артемов выглядит довольно спокойным. Несмотря на то, что он признает вину, в особом порядке дело рассматриваться не будет. Чересчур дерзкое преступление. Естественно, сожалею. Если бы все вину, было все по-другому. А вы у родственников прощения как пытались попросить? Попрошу. Родная сестра убитая уверена, Артемов действовал хладнокровно и расчетливо. Ни о какой ревности не может быть и речи. Притом супруги не живут вместе уже 6 лет. Наталья уверяет, Артемов угрожал и другим членам семьи. Дело нужно квалифицировать как более тяжкое, с более серьезным сроком. Мне не восстановить сестру, детям не восстановить мать. Этому человеку 12 лет, с учетом того, что, конечно, он будет весь положительный, ему дадут УДО, и он отсидит там чего-то, и что? Какой срок он получит? 5-6 лет? Как за колбасу, как за воровство, как за простой грабеж, как во всех статьях пишут. Ее привозили к родителям, а он мог в стороне стоять и караулить. Он ее всегда караулил. У матери обвиняемого противоположное мнение. Она пришла поддержать сына. Тамара Артемова говорит, бывшие супруги часто общались, но исключительно обоюдно. Они встречались всегда, все время. Подарки она принимала. Он отправлял ее на курорт, она ездила в Таиланд 2 раза, и в Испанию ездила она. Дни рождения с семьей они всегда в кафетерии встречали в Абакане. Стоит также отметить, интерес к этому процессу практически у всех сельчан. Во время следствия Артемов после попытки суицида вышел на волю, что вызвало волну возмущений. Своего поста даже лишился руководитель Абаканского межрайонного следственного отдела Владислав Чистанов. Сегодняшний процесс можно назвать как ознакомительный. Вероятнее всего, окончательное решение суд примет не раньше, чем через месяц. Константин Кравцов, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. Вакцинация против гриппа в Хакасии в самом разгаре. Именно об этом пойдет речь в сегодняшней рубрике интервью. У нас в гостях была Татьяна Викторова, начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Хакасии. А из новостей у меня к этому часу все. Спасибо, что были с нами. И еще увидимся на канале «Россия-24».